рейсу авіакомпанії Міжнародні авіалінії України Turkish Airlines та Ethiopian Airlines, які прямують до Стамбула, що відправляється... Так, добрий день всім. Приветствую. Вот Midnight Group, автопитомник, не соединяйте. Вот что хочу сказать, вот мы возим с Южной Кореи машину, мы вот познакомились через тоже онлайн. Я вот приехал в прекрасную Одесса, Украину. Вот мы сейчас с Димой договорились, чтобы я вот интересовался найти сотрудника в Украине, чтобы отправлять тоже машину в Украину. Почему? Потому что я когда в Корее был, много кто отправлял в Украину, да, и у меня не было такой возможности знакомого найти, приехать, вот, поговорить по растаможку, чтобы увидеть, чтобы здесь кто-то на гарантии был. Вот я, дай бог, чтобы я нашел Диму, мы согласились, будем работать вместе, да. Вот сегодня я вот зимой вот 3-4 дня ходил, как они растамаживают, сертификуют, ну, на учет полностью, как ставить. Все увидел, все честно, я очень рад. Вот, может, Дима, расскажешь, вот, если вот мы начнем с Южной Кореи, как она растамаживается, сертификат, какие документы нужны? Да, все просто на самом деле, так же, как и из любой другой страны, из Южной Кореи нам для оформления автомобиля нужен экспортный сертификат, инвойс и тайтл. Uh-huh. И все, то есть это и все документы. У нас сейчас идет упрощение в сторону Кореи, сертификация особенно, то есть таможня все по-прежнему осталось, оценка стоимости, акциз и так далее. По сертификации все больше сертификационных центров начало работать по оформлению этих автомобилей, поэтому стало проще, легче работать. На сегодня, почему вы здесь, да, основная причина, потому что ежемесячно в Украину завозятся порядка 3-4 тысяч автомобилей из Южной Кореи. То есть поток большой, мы тоже рады тому, что к нам приехала Medina Group, крупная компания, которая занимается именно экспортом автомобилей из Южной Кореи. Важно было, у нас не было контактов, не было надежных людей, кому можно было доверить, отправить деньги и быть уверенным в том, что мы получим свои автомобили. Поэтому заказывайте. Medina, с Южной Кореи. С Южной Кореи, да, с Южной Кореи. Medina подберет, отправит, а мы здесь оформим, растаможим, отдадим машину на номерах. Ой, спасибо. Вот, теперь можете заказать, теперь не только с Дубая, вы же Дубай проводите? Да, Арабские Эмираты, Арабские в основном Эмираты, да. Арабские Эмираты. Теперь уже мы расширяемся, будем с Южной Кореи тоже отправлять для Украины машину. Заказывайте, смотрите наше видео, будем качественную, хорошую машину поставлять в Украину. Да. Еще что-нибудь хочется? Да, всем что, добра. Давайте, да, давайте. Если кому-то нужна хорошая, то есть, опять же, я хочу подчеркнуть, почему мы нашли друг друга. Мы очень сильно дорожим репутацией компании. Если вам нужен хлам какой-то, там, утопленный, ударенный, битый, то есть мусор, это есть куча компаний, которые поставляют. Если вам нужен именно хороший автомобиль, вам нужен честный подбор, так чтобы вы до мелочей знали, что приедет именно то, за что вы заплатили, то обращайтесь к нам. То есть, это самое главное, да. Если хорошие машины, то это к нам. Все, тогда вот будет внизу телефон номера Димы. Звоните, не стесняйтесь, заказывайте хорошую машину с Южной Кореи, ребята. До встречи. Всего доброго. Всего доброго. Ребята, как делается сертификат, проверяют всю машину, оказывается, после растаможки, да? Да, все верно. Перед первой постановкой на учет автомобиль должен пройти сертификацию, это по сути техосмотр. Ага. Он должен соответствовать принятым у нас в Украине нормам безопасности, светооптики, здесь проверяются выхлопы,
класс экологической безопасности. Mm-hmm. То есть насколько вреден этот автомобиль. Mm-hmm. Отключают компьютер, проверяют тормоза, свет, ну, в общем, он должен быть исправен. Только в этом случае он пройдет дальше, его можно будет ставить на учет. После сертификата, получается, уже на учет, на, да, учет поставить? Едем в МРЭО, ставить на учет. Да. Ага. Вот сейчас ребята сейчас проверят, что потом бумажку дадут им сертификат. Вот. Все проверяют. Нет. Она заедет на вот такую улицу, ее поставят на ручной тормоз, нажмут газ, то есть ручник должен держать. Ага. Это тормоза проверяют. Все как положено, да? Да, все как положено. Угу. У нас не дают сертификат сейчас. Оказывается, у вас очень легко. У нас проще, да. У нас проще. В последнее время даже те... У нас все сертификационные центры в основном, это частная организация. Mm. И вот буквально еще там месяц назад имели возможность сертифицировать, ну именно по Корее, по вашей теме, только Римна Стандарт работал и институт. На сегодня еще там другие, то есть идут наоборот послабления в эту сторону из-за того, что большой поток машин с Южной Кореи. Государство идет на уступки и дают работать другим организациям все больше. Это очень хорошо. Это очень приятно. Завидую. Да. Да. Вот, короче, ребят, сейчас вот Альфа потом едет, вот, сейчас вот этот Рено делает, да, и дадут бумажку, сертификат. Ассаламу алейкум, Саке. Здравствуйте, уважаемый наш заказчик Medina Group. Приехали сегодня сделать видеоотчет на Toyota RAV4 2020 года. Как видите, машина гибридная. Привод здесь у нас полный, 4WD, цвет авто белый жемчуг. В Корее идет сборка японская, комплектация максимальная. По кузову ДТП авто не было, все детали родные, также все детали родной краски. Косяков по кузову нет. Состояние шин, также дисков отличное. Люк здесь обычный. Проверим кузов точномером 111, 87, 85, 79, 97, 93, 82, 107, 91. Сто шесть, 87, 92, 97, 98, 103, 102, 102, 97, 98, 103, 102, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102, 97, 98, 103, 102,
есть датчики Sleeping Zone. По салону здесь у нас комбинированный салон, черный со светлым. Кожа светлая, есть память водительского сидения, два режима. Состояние салона идеал.
сборка Япония. Также есть подогрев руля, автоматический доводчик двери багажника. Фары можно включить автоматически, то есть дальний свет только переключается сама. Состояние руля отличное. Датчики дождя есть. Камера заднего вида. Беспроводная зарядка. Обдув передних сидений. Также подогрев. Кондёр, печь, все работает в идеале. Люк. Автоматический стояночный тормоз. Также эко-режим, спорт и обычный. Пассажирская сторона. Состояние салона, можно сказать, салона в идеальном состоянии. Здесь два порта USB для зарядки. Все болты, все детали без царапин. Ничего не крутилось. Шторка заводская своя. Запасной баллон, то есть аварийный. Гибридная версия по комплектации идет выше, чем обычный бензин. Она более оснащенная. По машине нареканий нет. Машина в идеале.